Глава Хакасии высаживает молодые кедры на улице Островского в Бее. Вместе с ним в акции приняли участие депутаты Верховного Совета, местные чиновники, активисты. Церемония сокращена до минимума, участники в масках, дистанция соблюдается. В реалии пандемии по-другому нельзя. С другой стороны, без подобных акций в годовщину Великой Победы также не обойтись. Каждое дерево – символ памяти и благодарность мирных поколений. Акция, считаю, правильная, нужная, особенно в тех условиях, в которых мы живем сегодня, когда ограничены массовые мероприятия, да, и вот так скомканно получилось празднование 9 мая, потому что нельзя было и бессмертному полку пройтись, и в иных мероприятиях публичных поучаствовать. Но, тем не менее, всегда есть альтернатива, и подобная акция, мало того, она, конечно, вносит вклад и в экологию республики. Кедры называют одним из главных богатств сибирских лесов. Ценное во всех смыслах дерево растет медленно, живет веками. Администрация Бийского сельского совета берет на свои поруки первое время и поливка, и прочее. Пока у нас там до сезона дождей, до ближайших. Ну а там посмотрим, какие примутся хорошо, если не примутся, будем обновлять, следить за этим садом. 100 молодых кедров будут украшать, кстати, не только Бею. Свои аллеи появятся в окрестностях села Имик Таштыпского района и в селе Шира. Акция всероссийская. В общей сложности в стране должны быть высажены 27 миллионов деревьев. В память о каждом погибшем в годы войны. Андрей Пахабов, Александр Сердюк, РТС.